его в море. Объясняю, в нашей стране этого столько. Она ничего не стоит. Да, когда в конце ямайцы выбросят. И тогда белая змею Орлеана выбрасывает нигер. Чек ЕД? Сейчас, секунду. Именно мое, именно мое. Патриарх Кирилл пишет, чек не ЕД. Небось там православные деньги поступили. Да, плюс 2 рубля, вижу. Будем что делать? В октябре плюс 30, бедняга, бедняга. Так тебе жалко. Так, ну что, у нас 11-2. Босс паладин, там небось в каждом рукаве по мурлоку 4-4. Алекс, ну ты мешаешь мне играть, я вот из-за тебя буду играть невнимательно и соснул. Давай, сиди в своей коробке там, давай-давай, в коробку вали. Вали в коробку, кому говорят. Вали в коробку! Смотри-ка, какой, блядь, поставил бы 2-3 на первый ход, уже бы задоминировал этого гомосека. Вот, Алекс, все из-за тебя, вали в коробку, кому говорят. Что, второй раз уже играю? Да, точно второй раз. О, спринг, пора. А потом во славу чата R3Z. Хей, капа-капа, хей! Хватит обижать, Алекс. Хочу, обижаю. Нормальный стартик, нормальный. О, хорошо, что он не стал меняться. Молодец. Молодец, дружок. Полностью тебя в этом поддерживаю. Полностью поддерживаю. Крышем даст. Блин, это паладинщик, конечно. Это огонь. Я в шоке с него. Мне нужно за 5 всем по 2. Смотри, за 5 всем по 2. Смотри внимательно. Смотри внимательно за моими руками. Домой. Домой! Пес! Это не тебе, Алекс. Ты тоже, конечно, пес. Хорошая сдачка была у паладина, да? Бобер, дракон, бобер, дракон, следуй правилам, бобер, бобер, дублер. Мечик, правильно, хорошая дечка у паладина. Ну давай 4-5, а то все время какая-то лажа лезет. Давай что-нибудь такое, 4-5, етеобразная. Конь, огонь, коня сейчас убьют. Я так понимаю, так смело идет в атаку, потому что у него там блокер, да? Может даже цельная венш. Блокер, я думаю. Нет, смотри-ка. Ой, неужели это одножопное существо? Да, не лог стоит дерево под одножопное существо. Придется немножко пожевать сопли. Проиграли, ребята, мы дуэль. Это не блокер, не авенш. Нет, не одножопное. Может и мазбаф? Не знаю. Да, мазбаф. Какой-то фейс-паладин у нас на 12 победе. Блин, такой прикольный друид, размахов нет, гневов нет, а сейчас можем сделать 12 побед и такой бы на ютубчик залить. А нет! Это что, вот такие вот барышни на громиле ходят? А они знают, что у меня 10 тысяч побед на арене? Я уже выезжаю, ребята, выезжаю раньше времени. Коня победил, козел. Азарда, я смотрю... русскоязычных обычно стримеров. Блин, если черепаху убьет, то будет стрёмно. Для меня прелесть стрима во многом это чат. Поэтому я люблю смотреть русскоязычные стримы. Англоязычные почти никогда не смотрю, потому что там в чате не потрындеть. Ну вот я так и знал, что он убьет нашу черепаху. Сука. Ладно, давай сбугуртируем что-нибудь. Как раз 4 существа. Эй, бугуртатор, хей, эй, бугуртатор, хей, давай, давай, давай. Сойдет. И так сойдет. 12 побед. Если там, конечно, нет смертокрыла. Так, потом Эрик Клэптон, Лейла.
Лейла. А Лейлу заказал, между прочим, ребята, тренер. Под эту песню только и тащить. В киберспорте. Не, все равно идут звуки, ребята. Ребята, я не вижу вашу капу! Прикиньте, концерты будущего. Вот концерты прошлого, это... Я не вижу ваших рук! Там все зажигалками на концерте. А в будущем даже не надо будет никуда ходить, просто концерты в Твиче. Я не вижу вашу капу! Ду-ду-ду-ду-ду! 12 побед. Изи, ребята. Изи на скилле. Бустера нам какие-то дают бракованные обращения. Хорошо, ладно, золотая рарка это хорошо. О, две золотые рарки, это прекрасно. Это, между прочим, целая куча пыли. Карасик. Забыл еще песню. Точка, точка, точка. После прохождения инфоэмэл сечен. Хорошо. Сони в голове играет. Нервно. В голове у меня там что-то играет. Ребята, без мам, пап, кредитов, смс и размахов. Ладно, я сейчас пойду на 2 минуты отойду тогда, а когда вернусь, мы поиграем в ранкет с вами. Поиграем в ранкет, а в конце еще арену. 3 минуты перерыв и реклама. Hey, Kappa, Kappa, hey.